В Хакасии завершается цикл семинаров об отмене ЕНВД и о переходе на иные налоговые режимы. Организаторы – Фонд развития Хакасии и Центр «Мой бизнес». Спикером выступает кандидат экономических наук, магистр юриспруденции, главный редактор газет «Вестник малого бизнеса» и «Вестник малого бизнеса Крыма» Елена Макарова. Сегодня в Белом Яре была встреча с предпринимателями Алтайского района, а завтра, 3 ноября, в 10 часов об изменениях налогового законодательства расскажут бизнесменам Абакана в городской администрации. Участие бесплатное, но количество мест ограничено из-за нестабильной эпидемиологической ситуации в республике. На семинар обязательно приходить в маске и перчатках. Подать заявку нужно на сайте «Мой бизнес 19РФ» в разделе «Календарь мероприятий», выбрав нужную дату.